Всем привет, Blender 2.81, и хотелось бы вот попробовать ответить на вопрос, как вот отзеркалить именно анимацию. Давайте посмотрим, как можно все это дело сделать. Итак, вот есть такой персонаж. Я сейчас цветность уберу. Вот так. Поднимаем таймлайн. Выбираем кости. И вот вы видите, что здесь прописана анимация. Так, как-то вот так я поставлю. Надеюсь, вам будет видно. Вот таким вот образом. Вот так. И что происходит? Вот персонаж сначала вытягивает руку, а потом идет удар. И потом он возвращается на исходную точку. Допустим, вы хотите сделать вот так зеркалку всего этого, да? Жмете Shift, так, наводите курсор на вот этот таймлайн, на прописанные вот эти вот кадры. Если они у вас не выделены, нажимаете английскую А. Жмете Shift D, дублируете и перетягиваете мышкой. Вот, ну вот давайте чуть подальше поставлю, вот так, чтобы разделенные они были, чтобы их было видно. Теперь правой кнопкой мыши нажимаете. Здесь вот я специально на русский перевел, но вот эта часть, она не переведена. Это вот отразить Mirror. Вам нужно нажать вот это, отразить выделенные ключевые кадры относительно выбранной линии отражения. By time over current frame. Это mirror. Жмете by time. Вы видите, куда ушла именно анимация. И теперь английская G. Вытягиваете вот ее назад. Смотрим, что получилось. Итак, в первом вот этом, в первой покадровке сначала он вытягивает руку, а потом производит джеб. Вот так. Смотрим вторую вот эту покадровку. Сначала он, видите, что он топчется, это конец кадра вот этого вот, вот где он топчется, вот, вот здесь. Сначала он опять же топчется, но теперь происходит что? Он делает перескок. Еще один перескок, который он раньше делал назад после удара. А потом идет первым делом сначала удар. Так, как бы он вот это... Вот. Идет сначала удар. А потом только он вытягивает руку. Вот так вот. Вот так вот происходит зеркалка. Все это уже перепрописано. Теперь вот в чем еще проблема. Если вы хотите сделать, ну вот как, допустим, у вас персонаж делает шаг влево, а вы это все записали и хотите, чтобы он сделал шаг вправо, не перепрописывая вот это все, всю анимацию, то давайте попробуем сделать вот таким вот образом. Увеличиваем таймлайн, ставим его вот сюда. И вот находим первый кадр вот этой первой покадровки. Что делаем? Выделяем английскую А, выделяем весь объект. Отключите камеру и свет, чтобы они тоже не выделялись. Потому что мы находимся не в режиме позы сейчас, а просто в объектном режиме. И жмете, допустим, АИ. А, и положение вращения, локрот. Перепрописывается первый кадр. Что происходит? Вот вы видите, все то же самое. Он двигается вперед и назад. Здесь то же самое. Нам нужно теперь переписать первый кадр второй покадровки. Так, вот этой. Семерка на нампаде, я хочу, чтобы он развернулся, сделал, допустим, удар в эту сторону. Модель, чтобы правильно крутилась, не забывайте объект, задать центральную точку и центр объекта по 3D курсору, чтобы он был к 3D курсору привязан и не прыгал туда-сюда. Теперь пишем АИ, положение и вращение. Смотрим, что получилось. Вы видите, что модель начинает крутить. Вот первая покадровка, он пошел и пошел крутиться до второй вот этой переписи.
Нам нужно теперь конец переписать первой по кадровке, то бишь семерка на нампаде и R, перекрутить его назад вот сюда, вот в такую позу, и сделать А, И, положение и вращение. Переписано первый и последний кадр. Вот теперь вы видите, что здесь он нормально все бьет вперед, и здесь перекручивается и бьет назад. Ну давайте перепишем последний кадр тут. Он уже развернутый, в принципе, не надо его разворачивать. И пишем А, И, положение и вращение. Ну, чтобы закрепить успех, так сказать. Смотрим, что получается. У нас теперь развернутая покадровка зеркально. И теперь у нас развернут персонаж зеркально. Вот смотрим. Он бьет. Доходим до конца. Он разворачивается. И бьет в эту сторону. Только теперь рука у него потом вытягивается. А здесь сначала он вытягивает руку. Так, где она тут? Вот. А потом производит удар. Ну, вот такая вот штука. Если кому-то поможет. Я не знаю, как вот эта вот часть будет именно в игровом движке выглядеть. Правильно там, не будет ли каких-то выпаданий. Я в игровом движке еще не лазил. Вот скоро собираюсь. Ну вот, как бы сделал я это вот таким вот макаром. Есть еще, конечно, варианты. Но там уже чуть подольше. Может быть, сниму ролик. Там чуть-чуть будет уже и другая анимация нужна. Надо ее найти. Это вот какая у меня была. Ту и взял. По-быстренькому объяснить. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.